Всем привет, с вами Нильфгорн, игра Besiege. Поиграем, пройдем еще один уровень, потому что в предыдущем не проходилось, потому что у меня не стояла сетка. Ну и мне подсказали, конечно же, я прошел вот следующие миссии. И тут, знаете, что удивительно, здесь есть пушки. Они что, меня будут атаковать? Не знаю, будет ли это на самом деле. Давайте, знаете, у меня первые мысли сразу, моментально, это... построить какой-нибудь такой сейчас. Что-то меня выбросило. Не то. Вот, камера. Что-то меня как-то далеко выбросило. Сразу построить какой-нибудь такой аппарат, который будет просто истреблять, грубо говоря. Давайте сделаем немножечко побольше, потому что сразу проблема в том, что... проблема в том, что нужно будет защиту ставить. Раз они будут в меня стрелять, то защита, мне кажется, все-таки понадобится. Попробуем, давайте, сделать простейший аппарат. То есть сейчас вот так. И опускаем. Сейчас я определюсь. Так. Так, мне больше, наверное, за... А, кстати, два выстрела сделала пушка. То есть постоянно стрелять будет. Странно, забавно. Очень интересно, как это все... Я, конечно, не слишком... У меня сразу появилась идея полетное что-то сделать, но так как я в полете не очень силен, то вот думаю, может быть, не проканает. Здесь надо на 90% уничтожить все в округе. И вот я вот думаю, как бы лучше это сделать. Ладно, давайте просто сделаем... какое-нибудь устройство такое, которое будет просто тараном или что-то в этом роде. Так, мне здесь нужно просто поменять местами. Так. И здесь тоже просто поменять местами. Так. Так, все. Работает. Работает. Дальше. Давайте такое какое-нибудь укрепленное, что ли, сделаем устройство. Честно говоря, именно такого чего-нибудь не хватает, потому что давно уже... Не то, что давно, просто мне кажется, такого не хватает. Единственное, что здесь бесполезно вот ставить, к примеру, броню на передние колеса, потому что будет мешаться. Ладно, хорошо, раз здесь броню нельзя поставить, ну, как бы... опустить чуть ниже, я просто ее вот здесь вот поставлю. Так. Сейчас. Потом я поставлю. Если я не ошибаюсь, то огнемет, он как раз-таки, он кончается. Поэтому, может быть, это не сработает, не слишком круто будет. Но посмотрим. Потом я поставлю вот здесь вот такие вот цепи. Так. Так. Деревянные щиты вот здесь вот надо нацепить. Так, так. Снизу мы все это закрепим, потому что, сами понимаете, это все может развалиться просто элементарно от того, что это все не скреплено. Мы уже тысячу раз это наблюдали. Здесь вот так немножечко закрепим. Все, в принципе, нормально. Единственное, может быть, еще что-нибудь сделать. Есть у меня мысль вот сюда поставить резаки, но они будут задевать землю и будут резать, собственно, всю площадь. Еще есть мысль, у меня была мысль, это то, что вот этот шип установить на веревке, но, скорее всего, это не получится сделать. Почему-то вот сюда вот можно его установить, да, а вот на нижней... Ну-ка, вот давайте попробуем. К примеру, вот на этой штучке. Нет, не получается как-то. Ладно. Ну да, сейчас теперь фиг уберешь нужные блоки. Нет, все нормально. Так. Проверим, я думаю. Надо проверить, потому что как бы оно все у нас... Ну все, я уже...
уже, честно говоря, выигрываю. Нет, не выигрываю. Я просто сгорел. Единственная проблема — это верхняя пушка, потому что я не знаю, как ее пройти. Ну-ка, как ее уничтожить? Ее можно уничтожить, к примеру, тоже пушкой. Так? Так. Потом можно каким-нибудь мечом, то есть ее просто разрубить можно. Так? Так. Как вариант, давайте, знаете, мы что сделаем? Ой. Так. Так. И здесь мы сейчас сразу перенастроим эти рычаги. Они будут у нас так, так. А, нет, неправильно, надо на английском. Ашер. Так, так. Так, так. То есть теперь они опускаются и поднимаются по нашему желанию. Отлично, по-моему, выглядит очень сурово. Так, здесь немножечко нужно укрепить блоки, потому что, ну, мне кажется, здесь нужно, в общем, защита. Это раз. Во-вторых, вот так вот. И нужно, чтобы не перевесила передняя часть заднюю часть. Вот так. Так. Еще, чтобы совсем было шикарнейшим образом и выглядело это все очень красиво, мы просто сейчас сделаем такой укрепленный бункер на колесах, я бы даже сказал. Вот так вот. Уже выглядит сурово, честно говоря, да? Прям такой аппарат, ему еще двигателя какого-то не хватает внутри, чтобы это очень симпатично все смотрелось. Так, так, сейчас, секундочку. Знаете, не хватает какого-то такого механизма, который бы сам двигался, только двигался бы, ну, то есть на 180 градусов вот так вот поворачивался и обратно выходил. То есть такой. Есть крутящийся момент. Можно, к примеру, наверху вообще поставить вот здесь вот просто то есть просто крутящийся момент сбоку поставить лопасть меча, и он просто будет рубить, к примеру, как. Давайте попробуем так. Кстати, это больше будет симпатичнее. Мне нравится, когда более-менее автоматически все происходит. И это как-то вот сюда, вот вроде бы, да? Ну вот он крутится. Так, отлично. Вот так вот. Фу, фу. Конечно, но, носит. Носит, да. Машину от этого сильно довольно-таки. Но факт остается фактом, что, по крайней мере, выживаемость, то есть, ну, не выживаемость, она, по крайней мере, точно ударит. Единственное, что круто было бы, если бы, жалко, вот нельзя перенастроить в другую сторону, потому что если я сейчас, мне кажется, здесь такой же меч поставлю, то он просто от движения лопастей просто развалится, честно говоря, мне так кажется. Так, ладно. Здесь щит поставим. Это бы еще желательно все скрепить. А скрепить мы скрепим его снизу. Я, как всегда, извращаюсь. Вот так вот. Здесь мы вот так вот сделаем, потому что, чтобы это все не упало. Так, здесь мы вот так вот сделаем тоже, чтобы это все не упало. Ну и здесь вот так вот, для начала. Так, еще где-нибудь добавить нужно крепление. Вот тут вот. Вот тут. Вот тут. Так, так. Выглядит, по крайней мере, сурово. Вот. Жалко, немножечко неправильно, мне кажется, все-таки этот. Я сейчас думаю, может быть, какой-то под низом поставить, какой-то такой рубящий, но это, блин, должно выходить колеса. Как сказать, вперед эта часть должна выходить настолько, чтобы не задевать колеса, и поэтому меч как-то вот неудачно будет. Так, здесь вот этот он крутится, блок, притом крутится независимо от меня, поэтому
Ну, это как-то тоже не канает. Здесь вперед-назад будет мотаться. Это вот единственное, что можно вот, к примеру, только вот здесь вот так вот поставить блок, и он вперед-назад будет мотаться и ударять. Но он же также и будет ударять, ну, меня же. А вот пилу жалко на него нельзя вот установить. То есть, ну, вот видите, то есть он уже вовнутрь, вот я смотрю просто. Машина развалилась. Все. Щиты, щиты. Нужно щитов куча ставить просто. Вот это не канает. Это просто нужно убирать. Потом щиты. Прям вот все забивать щитами. Нет, вот здесь щит вообще не в тему. Так. Давайте вот так вот поставим. Здесь мы вот так вот поставим. Тоже неплохо. Так. 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 И, в принципе, по полной просто защиту наставим, и все. Я надеюсь, что верхняя часть, конечно, она от лучников не защитит, но все же. Так. И вот здесь бы, конечно, панельку можно было бы еще поставить, блок. Почему бы нет, да? По крайней мере, выживаемость блока точно поднимется. О, отлично. Нет, нельзя почему-то, смотрите, не ставится почему-то. А, потому что наверху еще вот так вот, если... Так. 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 Теперь точно должно быть все нормально. Единственное, что вот так вот делаем. И здесь еще вот так вот. Так. Ну, чтобы красиво было. Вот так вот проверяем. Это все держится вроде бы. Так, все, я неправильно. Держись, 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 аппарат. Так, разворачиваемся. Вперед, пошел, пошел, пошел. Ты должен. Ай, все, колеса. Просто надо с колесами справиться, честно говоря. Сейчас. Есть! Все, меч выполнил свое, ну, предназначение, так скажем. Все, развалились. Меня убивают колеса мои же. Мои же колеса, они меня убивают, поэтому. Опасно очень, конечно. Все, не выдержал. Перед, кстати, знаете, почему не выдержал? Потому что вот здесь вот незащищен момент. Его нужно тоже очень защитить. Потому что как-то, ну, вот что он незащищен. Давайте так поставим. А может быть еще... Вот, отлично. Очень отлично. Огнемет, в принципе, нужно. Наверное, я его сразу заюзаю. Попробуем. Давайте. А... И как-то... Так, ну, все, я спалил. Спалил всех, это хорошо. Так. Поехал. Ай, а... Мне ядра мешают ездить, смотрите. Я, по крайней мере, держался. Я держался какой-то промежуток времени, все. Так, передняя часть слабоватая. Не хочет она работать как положено. Да, есть. Ну вот, я поджег врага, но... Есть. Мне не нравятся рычаги и поворотные колеса, как здесь сделано, потому что мне приходится именно следить за... Так. Пушка развалена. Все, еще одна пушка развалена. Сейчас. Все, я прошел миссию. Просто аппарат практически развалился весь. То есть очень много составляющих не выдерживает нагрузки. То есть, в принципе, я... Последний огонь! Не достает, смотрите, прям макушку поджигает врагу. Но ничего, не сохранилось. Я вернусь обратно, потому что я хочу сохранить этот аппарат. Не знаю, как еще эффективнее было сломать эту пушку, потому что, может быть, и назовем мы этот... Даже не знаю. Даже не знаю. Бронеавтомобиль как-нибудь так. Или просто броня. Вот просто лаконично. Следующая миссия. Посмотрим, что в ней. Ага. То есть мне нужно... А, я...
Ребятки, я знаю, как этим это пройти. Так как, ну, вот этот механизм не вмещается в сетку, то есть мы давайте его опустим немножечко, то есть прям все здесь разберем сейчас, так как механизм был построен под бессеточную часть, то есть мы просто это все опускаем немножечко. Так, неправильно, уже неправильно. Вот тут сам, как говорится, Бог велел, чтобы сделать. Так, где рычаги? Вот рычаг. Отлично, красавчик. Так. Здесь потом вот так. 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 Тут все просто, в принципе. Ничего сложного здесь нет. Остается только укрепить эти все части, чтобы они не болтались, потому что они будут очень сильно болтаться. Так, теперь по поводу оружия. Так, во-первых, сеточку. Так, и бомбу. Ну, бомбу есть. Все, вмещается, вмещается. Теперь мы ставим пружины. Ну, так пойдет. И вроде бы вот здесь еще нужно пружину поставить. А, нет, или здесь нет. Здесь вроде бы не нужна пружина. Так, давайте проверим. Ну, примерно ровно. Если что, всегда можно на колеса этот процесс поставить и развернуть, навести, так сказать, на нужный момент. Так, давайте попробуем. Не знаю, что получилось. Так, L. Нет, ну, взорвал я много, но не хватает немножечко. Сейчас объясню. Здесь убираем, здесь вот этот рычажок ставим, допустим, R. Так, так. Нет. Я уже забыл, как оно все было, поэтому немножечко потупливаю. Так, так, все нормально. Здесь укрепляем, здесь укрепляем. Так, так. Ну, раз не докидываем, то надо увеличить, да, градус, я считаю. Поэтому именно так и сделаем. А теперь сеточку. Бомбочку. Так, готово, готово. Пробуем. А здесь у нас, так, все. А на какую кнопку-то нажал-то? Так. Все понятно. Так, от чего там надо уничтожить-то? Дестро, монумент. Так, все понятно. Ох. Почти. Ладно, еще градус возьмем. О, пошла. Ну, ребят, тут просто добавить нечего. Все и так, все понятно. Просто. Просто круто. Так, записываемся. Я хочу перезаписать вот катапульту. Так. Так, так. Next zone. Тут все и так понятно. Ух. Я уже сжег кучу народа, но тут, скорее всего, нужно. Я даже не смотря. Ну, Destroyer of Tower. То есть просто разрушить башню. Здесь, в принципе, можно и выстрелить побыстрее из катапульты и попасть в башню. Давайте попробуем попасть именно прям в ворота. Думаю, это несложно сделать. Сейчас, секундочку, только я одну вещь проверю. Это несложно сделать. Давайте. Нет. Вот так вот.
Ребят, я конечно, понимаю, но, ну, сами видите. То есть, за один... Так, время кончается. Пэл Граббер. Хинт Граббер. Не понял. Чего сделать-то надо? Перенести сюда одно бревно, так что ли? Ой, сломался, смотрите, процесс. Ну, конечно, скорее всего, потому что... Так. Дельвер. Ну, в общем, я даже сейчас не буду мучиться и пытаться переводить. В принципе, серия заканчивается. Ну, то есть пытаться понять, в чем, что здесь делать. Я обязательно, можете даже не советовать мне, не писать, что здесь нужно сделать. Я обязательно просто переведу за кадром. Ну и сделаю нужное задание уже в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вот в ускоренном режиме прохожу все миссии. Постараюсь, то есть в ближайшие вот несколько серий пройти все задания в ускоренном, так сказать, режиме. И в конце концов перейти в... режим, так сказать, строительства песочницы, или как бы это еще правильнее сказать, потому что он есть. Вот если в меню зайти, то где-то вот Sandbox, вот этот вот. Ну, вот некоторые, видите, очень много закрыто. Ну, потому что все-таки не лицензионная версия, так что вполне может быть и что просто надо лицензию купить, либо кто-нибудь подарит, это намек. То есть, если зайти в режим Sandbox, то здесь, как видите, всяческие препятствия, всяческие некоторые моменты, которые надо преодолевать. И, в принципе, здесь можно уже... мясорубка. Нет. Таран, убийца, броня. Давайте броню загрузим. Она просто у нас ездит, поэтому только единственное, мы ей уберем вот этот момент. То есть, здесь я буду экспериментировать, здесь я буду... Ну, ездить как-то, создавать... Буксом все, сел на пузо, не получается. Сами понимаете, что здесь придется уже... Так, сейчас я просто хочу заехать. Отлично, отлично, вот. С буксом. То есть тут множество некоторых заданий, которые нужно проходить. То есть вот можно и разрушить, пожалуйста, там мельницу и что тут еще. Вот башню можно разрушить. Там вон всяческие задания. То есть, ну, много что интересного можно здесь сделать. Множество препятствий. Вот даже армия какая-то есть, которая будет мешаться. Смотрите, тут даже ветер какой-то есть. Странно. В общем... Здесь можно поэкспериментировать, вполне можно это все сделать. Я и поэкспериментирую потом с летающими аппаратами и тому подобное, потому что очень, ну, хочется это все попробовать, очень много хочется проэкспериментировать, ну и обязательно вам показать. Ну, если, конечно, вам будет интересно, в бой! Классно. Также я все-таки хочу попробовать таран сделать, потому что, ну, вот здесь вот вполне можно попытаться сделать таран. Ой, ой. Меня подкинул зачем-то. Что-то непонятные какие-то вещи происходят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Также советуйте новые какие-нибудь интересные игры, потому что, возможно, я за всеми не могу уследить. Также мне до сих пор нужен переводчик. Если вы хорошо знаете английский язык и хотите поучаствовать, то добро пожаловать, я с удовольствием воспользуюсь вашими услугами. С вами был Нильгорн. Всем всего. Пока.